саженцы голубики Херберт, Vaccinium caremosum, формируются в высокорослый раскидистый мощный куст. Растение обладает крепкой корневой системой, но очень капризно к составу почвы. Для полноценного развития кусты голубики рекомендуется высаживать на освещенных участках с торфяно-песчаной почвой. Повысить урожайность до 8-9 кг с куста поможет своевременная обрезка. Созревшие ягоды голубики Херберт настолько плотно посажены на грозди, что практически не осыпаются после созревания. Плоды с очень нежным вкусом, однородные. Кожица упругая, с легким налетом, не растрескивается. По вкусовым характеристикам считается одним из лучших сортов. Голубика высокорослая Херберт – это многолетнее растение. Голубика прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для кислых почв. По типу ствола голубика высокорослая Херберт можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Лист этого прекрасного растения по форме эллиптический. Голубика высокорослая Херберт имеет поздний срок созревания. Цвет плода синий. Обратите внимание, что голубика высокорослая Херберт – частично самоплодный, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.